Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Знаете, почему я канал назвал «Кулинарная пропаганда»? Потому что целая куча моих знакомых и друзей в том числе относятся к приготовлению пищи как либо к чему-то сложному, либо к самой еде как к таблеткам. То есть способ закинуть калории и все. Я рассматриваю приготовление еды как удовольствие и употребление какой-то пищи тоже как удовольствие. На мой взгляд, в жизни не так много радости, чтобы пренебрегать одним таким мощным каналом ее получения. Так вот, вот эта самая радость приготовления, радость творчества на кухне, на первых этапах, по крайней мере, не должна вызывать у человека, желающего попробовать испытать эту самую радость, негативные эмоции. Почему они могут возникнуть? То потому что, как подумает человек, что «а буду ли я готовить? А понравится ли мне это? Если я начну сейчас тратить свое время час, два, три?» Поэтому, я считаю, вот на этих самых первых этапах очень важно показать, пропагандировать, так сказать, человеку, что можно приготовить что-то классное, вкусное, очень быстро. Так вот, давненько я в рамках вот этой самой идеологии не показывал вам действительно быстрых рецептов. Ну, таких, что 15 минут и все готово. Приготовлю мое любимое – пасту из того, что есть. А есть у меня... А вот, из подходящих паст, вот эти. Здесь они называются тибуронос. А в Италии, наверное, пипетта ригатте. Не знаю, я не специалист по итальянской пасте, тем более по итальянскому языку. И еще мне понадобятся всякие сладкие овощи, что завалялись в холодильнике. Так, чего тут? Отлично, перец остался. Базилик есть, супер. О, и вот эту баночку. Вот что удалось откопать. Несколько сладких перцев мини. Перец чили свеженький. Свежий базилик. Дорогущий он здесь. И баночка вяленых томатов, залитых маслом. И как ты про них забыл? Уж, наверное, полгода в холодильнике лежат. И еще. Парочка свежих томатов тоже будет в тему. Начну, конечно же, с кипячения воды для пасты. И налью на сковороду ароматного и вкусного оливкового масла Extra Virgin. Порежу перец довольно крупными кусками. Пожалуй, крупнее, чем паста. На мой вкус, в подобного типа блюда нужно брать короткую пасту, крупного размера. А вот всякое длинное, типа спагетти, лингвини, феттучини, букатини, здесь не очень. Впрочем, вы можете со мной не согласиться. Вода вскипела, солю. И кладу пасту. Варится ей 7 минут до состояния альденте. Как раз и с овощами управлюсь. В сковороду отправляю сладкий перец. Мне нужно, чтобы он слегка стал мягче. А я тем временем нарежу вяленых томатов. Как их готовить, я вам уже показывал. Ссылку в конце этого выпуска повешу. Мне под тем роликом писали, что у некоторых подписчиков на помидорах плесень появилась. Это может происходить, если споры изначально на томатах были. Есть такой способ – заливать вяленые томаты не холодным, а горячим маслом. Говорят, работает. Сразу их в сковороду. Я заливаю холодным, а храню их в холодильнике. Масло оливковое Extra Virgin, как видите, в холодильнике мутнеет. Но когда такие помидорки в тепло вытаскиваешь, моментально становятся прозрачным. Ну, вы видите. Нарежу острого перца. Прямо с косточками. Хочется поострее. Если у вас свежего нет, можно и сухого в сковороду сыпануть. Ну, а мне по случаю достался свежий. Он в наших краях огромная редкость. Хрен найдешь. Так что я себя побалую. Ну и свежих... пахнут как. Свежих помидорок надо добавить. Резать буду осьмушками. Это, кстати, не недозрелые помидоры. Такой вот прикольный сорт. Очень мне по вкусу нравится. Вот так. Так. И так. Достаточно. И помидоры отправляются в сковороду. Отлично. И перемешать. Долью водички, в которой паста варится. Мне не нужно, чтобы помидоры сварились или обжарились. Я хочу чуть-чуть прогреть, чтобы аромат сильнее стал. И все. Ну и базилика накромсаю, как придется. Крупно, так чтобы в пасте видно было ярко. Паста уже сварилась, так что дальше все делаю очень быстро. Базилик в сковороду, пасту откинуть.
Ну, дуршлаг, понятно. И сразу же ее на сковороду. И перемешать. Отлично. Теперь быстренько покидаю сюда моцареллы. Еще перемешать. И на тарелку. Моцарелла и прочие выкрутасы здесь на самом-то деле совсем не обязательны. Я такое с удовольствием и без сыра стрескаю. Но для красивой картинки почему бы не положить? Я вам даже твердого сыра натру. Это какой-то местный сорт, типа пармезана, но совсем не пармезан. Он и близко не такой ароматный, как... Совсем не ароматный, как настоящий. Ну и в качестве вишенки на торте базилик сверху. И чуть-чуть оливкового масла. И все готово. Вот такие блюда я готов трескать на завтрак, на обед и на ужин. И даже отсутствие мяса меня не сильно расстроит. Так, дайте-ка мне помидорку. В этом ароматном соусе. Нет, конечно, основную вкусовую ароматическую ноту здесь задают вяленые томаты и острый перец. Ну и базилик, конечно. Но базилик больше запах дает, а вот яркость вкуса – это вяленые томаты. Это классно. Ну, ссылочку я вам обещал, оставлю. Супер. Сыры, на мой вкус, совершенно не обязательны, потому что штука более чем самодостаточна. Вы знаете, если бы я не попробовал в одном неплохом ресторане вот эту штуку, то так бы, наверное, относился к макаронам как к чему-то, да, не до еда, гарнир. Но вот это вот сочетание свежих овощей, слегка-слегка припущенных, ароматного оливкового масла и вяленых помидор, которые концентрируют весь вкус, делают это блюдо более чем самодостаточным. Попробуйте, вам понравится. К тому же очень быстро. Спасибо за компанию. Всем пока!